Всем привет на 172-м стриме. И сегодня мы будем проходить игру Тоха 14, которая также называется Double Dealing Character. И да, это 14-я часть Тоху. Кто не знает, с чего начался мой марафон по Тоху. Это было очень давно, но я вчера немножко об этом уже говорил, когда 13.5 проходил. Но суть в том, что я помню, появилась просто какая-то новость в интернете, что вышла наконец-то новая Тоха 14. Я такой, Тоха 14, что же это такая за игра? Там у Торыча спросил, он-то в курсе был. Ну вот, и короче, он там дал послушать какую-то мелодию из, по-моему, 12-й какой-то Тохи ремикс. И я решил, а давайте я пройду с первой части все Тоха. И вот только сейчас я дошел до той самой 14-й, которая уже не новая. Ну хотя в этих, в каноничных частях-то это как бы самая последняя до сих пор, потому что, ну, 14.5, она же там файтинг, да? По-моему, еще 14.3 вроде бы есть. Но я там хз, что за жанр у нее. Так, все пошло, у меня внезапно просто вылетел эксплит. Просто прекращена работа программы. Лол. Так, давайте на всякий случай напишу там. F5, если не заработала. И на Twitch тоже. Да, что-то у меня, по-моему, впервые вылетает прямо во время стрима эксплит. Было такое, что он там переставал реагировать на что-то, но чтоб прям вылетел, стрёмно, конечно. Вот, ну, тем не менее. Я не знаю, на какой фразе меня оборвало. Ну, короче, просто начнем проходить 14-ю часть. Так. Эта часть на японском языке. Так, наверное, на громко, да? Вот так по громкости нормально, меня не заглушают. Должно быть вроде норм. Вирус от домино поймал. Так, сейчас я тут чуть-чуть подоставлю. Так, посмотрим, захватик вроде норм. Все норм. Вот. Ну, соответственно, каноничная Тоха, самая последняя из каноничных, которые сейчас есть. Так, опция. Ничего менять не будем. И я ее попробую пройти на нормале. Тем более, что вроде бы, насколько я слышал, это казуальная Тоха, да? Так что, вероятно, что, ну, на нормале я смогу ее осилить. Ну, с контами, скорее всего, разумеется. Вот. Привет всем, я не знаю. Ну, я с каждым, вас тут довольно много. Не буду прям уж с каждым здороваться, просто всем привет. Для меня здесь Сакуя имба. Нет, я буду за Реймы. За нашу Реймочку. Так, нормал мод. Так. А вот, тут есть Рейму, есть Мариса, есть это вот Сакуя, по-моему, да? А, ну да. Их тут всего три. Ну, я буду за Рейму. А, ну, значит, на нормале пройду. Я 6-ю за 2 стрима прошел на нормале, но не знаю, сейчас я отвык уже, посмотрим. Так, это, видимо, выбор карты. Выбор карты, да? Ну, я не знаю, выберем по умолчанию. Версия 1.0.0b. Это там с каким-то патчем. Патч я уже скачал сейчас, потому что когда я скачивал раздачу, его еще не существовало даже. Так, у нас тут есть shift. Будем дабл-шифтить, если что. Ой, как я отвык в это играть, честно. Вот честно, очень отвык. Так что сейчас, скорее всего, крабизм будет. А что-то я, когда на shift нажимаю, что-то вылетает из меня.
Так, ты кто? Ну это явно не бог Микрежа. Пока что на первом-то уровне. Это так. Чушь какая-то вылезла. Так, я так понимаю, у меня бомбы все как обычно есть. Ой, тут что, как в 12 части, что ли, эти собирать нужно? Я напомню, что во время уровня, да, когда там ни диалог, ничего, я не читаю чат, ну извините уж, да. Как бы тут не до этого немножко. Так что когда только будет там диалог или какая-то заставка, тогда я почитаю. Кстати, а как там, это, Альферыч-то у тебя прошел шестую? Вот, сейчас я могу прочитать. Так, чем больше объектов на экране будет, и подлетишь вверх экрана, тем лучше тебе бонус дадут. Объясни, что делает дабл-шифт-то. Ну, дабл-шифт это вообще имба. О, русалка. Ядрить. Музончик такой бодрый. Так, я так понимаю, до первого босса я дошел. Так, как тут механика босса-то по хп, там по всему, я пока не пойму. Вижу, что у нее какая-то одна звезда есть, а где ее хп, я не вижу что-то. Так, ну пока вроде микрится. Так, а у меня оружие силу-то набирает, как в предыдущих частях? Что-то я пока не заметил. А хотя нет, он самонаводялки даже есть какие-то. Так, это что-то довольно тут сейчас было уже сложновато. Кто вдруг там не видел мои стримы, потоха и так далее, у меня уровень скилла краб. Так что не надейтесь, что тут сейчас будет какое-то имбо прохождение там. Так. Ну пока без урона идем. Привет, Владиславу. Не Нами, а Рейму. Почему Нами-то? По кусочкам собираешь бомбы жизни, как в 12 части, да? Привет, Дак. Что, Лунатик? Не, нормально я играю. Видишь, наверху справа написано нормал. Лунатик удаляю. Лунатик я только первую часть прошел на Лунатике. Ну и то там, как бы там конты бесконечные. А здесь, я так понимаю, конты не бесконечные. За очки жизни не дают. Печально. Значит, очки можно не собирать. Это как на аркадных автоматах, очки типа вообще бесполезная штука. Чисто помериться разными достоинствами. Так, что-то пока не вижу опасности, где? А я еще максимальное оружие даже не собрал, да, я так понимаю, или собрал? Что я пока не могу полностью втянуться в механику. Так, а бошку тоже надо убивать, наверное, да? Или нет? Оп. Мое. Хоть и очки ничего не дают, но все-таки собирать их приятно. Там такой звук еще щелкающий. О! Это бомбочка, да? А я, кстати, бомбу еще ни разу даже не юзал, лол. Я же даже бомбу еще даже не видел, как она здесь выглядит. Но сейчас придет скоро время, придется использовать.
Но мне кажется, я вначале солью жизнь, потом использую бомбу. Но у меня так обычно бывает. Так. Не старайся брать бонусы на земле, всегда подлетай вверх. Чем больше бонусов будет на тот момент, тем лучше награда. Мало бонусов, когда подлетаешь наверх. А. Ой, быстро переключил диалоги случайно. Ну, все равно не на японском, так что... Я думаю, вряд ли кто-то из тех, кто меня смотрит, понял бы, что там написано. Не понял, а это не убивается голова, что ли? Что за прикол? Так. Ну пока изи микро, честно сказать. Даже для меня. Ну правда я в босса не попадаю, но... Ой, ну это было, кстати, близко на самом деле. Так, давайте бомбу впервые юзанем. Ни хрена себе. Ой, лол. Да ну... Что-то меня на ржак от этого потянуло. Забавно выглядит. Так, вот это что-то опять опасненько. На, 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 в жбан просто. О! Это жизнь? Ну это что-то вообще что-то жестко. Да, вот это вот уже норм пошло, норм. Вот и жизнь слил. Вот и сливы, спелые, свежие. Да ну, лол. Что-то я это, вот и внезапно изи-то и закончился. Какой это уровень уже? Четвертый или третий, да? Третий. Да, я понял суть наград. То есть нужно, когда куча всего на экране, подлететь наверх, и выпадет какая-то шняшка полезная. Оп. Пульки. Оп. Так. Моё. А чё она не притягивает? Нормас вообще. А, слабо подлетел, понятно. О, вот это было фейл. Блин, чё, только что чуть пульку на таран не взял, вы видели? Да лол! Ой, крабизм начался, все, удаляй. Вот мы наконец-то пришли к моему скиллу. Привет, Кадеум.
Глупый Стив, ура! Star Trek будет еще, да. Не сегодня, но будет. А, привет за Lost 42. Это не рестрим. Это прямой стрим через XSplit. Я стримлю и туда, и туда. Но также есть еще стрим на Кибергейме. Давай сейчас... Так, тут пауза же есть. Сейчас я скину ссылку. А, домино скинет. Скинем мы там ссылку, короче. Привет, Трафальгар. Так. О, опять эта атака. Эй, ты что делаешь? Вот и Конт. Здорово, Конт. Давно не виделись, Конт. Ой, как удалить? Она мне что-то не нравится, надо ее метлой побить по башке, может опомнится. Да ну нафиг, удаляй. Что ты там раскричалась? Не вижу вообще норм. Оп! Моё! Мало было бонусов слишком. А, нет, вот оно. Да ну, у меня бомб не было. Но у меня не было бомб, а я понадеялся. Надо было микрить. А, да я шатал, она меня сама убила даже, не оружием своим, а просто телом задавила. Да... да, что-то я уже начинаю нормально сливать. Метла у Марисы? Не, почему у Марисы? Я же за Рейму играю. Я чатик только читаю, когда это... Ну, только когда заставки, поэтому не сразу. Как же прекрасна эта часть. Ну, музыка меня радует, такая бодренькая. И вообще механика вроде интересная. Да, хорошо, пока нравится. Хорошо, как сделано. Stage clear. Ну-ка, что там дальше? Так, это, насколько я понимаю, уже... Блин, я все время забываю, это пятый уровень или какой уже? Ну, короче, я слился и еще и бомбу заюзал. Ну, вы поняли, я не очень. Да ну нафиг. А, это был только третий босс. Ну да, значит, это четвертый уровень. То есть я еще там пол игры только прошел. А, вот, четвертый уровень, да. Stormy Discount. Да какой соберись, вы это видели? Ну, я такой на такой не подписывался. По-хорошему, у Рейма после очищения или чуть не так, но суть в том, что это палка. Ну, да. Сколько, наверное, три конта. Какой русификатор? Я даже англификатора не нашел. Где русификатор-то?
Ядрить вымикрил. Ну, блин. Не одно, так второе. Нотки, нотки, нотки. Оп. А сами нотки не убивают, что ли? В смысле, это красные, это... Или просто я не задел. Не знаю. Ничего не знаю. Получи метлой в рожу. Да ну нафиг. Охренеть. Скрэп называется. Нет, у меня еще походу конт. Да как я слил-то? Ну уже она уже рассыпалась, ядрить. Ну, ну как так-то? Ну как? Ну я так не дотерплю даже до последнего босса. На. Ну это вообще чушь какая-то. Так это даже не босс же был. Так я думал, на норме она норм будет. Это же 14-я часть. Я, короче, лучше буду бомбы юзать, а то не хочу просто так опять жизнь. Потому что я понял, что тут уже микрёш не до меня пошел. Ну все, бомб нету, а вот теперь микри, как говорится. Зум перешел на что-то тяжелое. Я ссылочки сейчас не буду смотреть, Digital Sky, привет. Хрен знает, а у меня бомб не было. Все, да? Все, первая попытка закончилась. Ну ладно, посмотрим, что там ссылки. Ну чё, попробуем другую карту этой Рейму. Считают, ну по сравнению с, я помню, адские, давайте сразу стартнем. По сравнению с адскими 10 и 11, конечно. А 13, а не, ну просто 10 была, вот это вообще самый ад, наверное, и 11 тоже. Я там их на изике еле прошел. Не знаю, 12-я мне на изи не показалось ужаса, а эти даже на изи были тяжелые. Да, 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 все. Вот теперь начался мой скилл. Так, собрались. Что-то я это... Чатик начал читать во время уровня, вообще не очень.
Lost 42, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Ну, я сразу скажу, что как бы Тоха здесь это редкость, так что если это именно как бы Тоха факт, то ну, большинство тут стримов не по данмаку даже. То есть у меня как бы разнообразные стримы, ну, по разным там играм. На одном чем-то не зацикливаюсь. Так, ну хоть зелененькую вот эту надо взять. Никак я. Не, почему? У тебя же тоже реквесты там разные. Ну вообще, как бы, если говоришь, есть русификатор, то. Ну, если ссылкой поделишься, я, в принципе, его поставлю. А, ну я-то больше тоже проходил много стримов. Ну сколько, я 80 стримов где-то проходил больше. Так что как бы в этом плане Фабино я от тебя не отличаюсь. Ну короче, если я почувствую, что эта игра, ну, на нормале у меня слишком много времени займет, то я ее тоже на изи пройду. Ну пока что на нормале его сейчас, да, буду, но посмотрим, как пойдет. Механику, в общем-то, я почти сразу понял в этот раз, что необычно уже. На лунатике? Не знаю, Логи Бесье говорит то, что я на нормале ее должен затащить с контами. А я в тот раз не умер на этом боссе. И даже бомбы не юзал. Ну ничего, и уже сейчас не буду, конечно, рестартить. Посмотрим, как пойдет. Один, а шестую на 11 не прошел, а 14 прошел, ну хз. Все листья похожи на листья конопли? Да ладно, вроде нет. Ну, по крайней мере, вон те, что на воде лежат, вроде не похожи. А, ну вон там летающие, да. Ну понятно, под чем Зун писал игру, да. Что перед собой видел, как бы, то и это, рисовал. Срисовывал, так сказать. Если что, можно подсказывать страты, какие-то тактики, я буду только рад. Там, ну не знаю. Потому что некоторые атаки, возможно, там, которые наводятся на меня, еще что-то, да, то есть там, может быть, какие-то особые есть тактики на них. Например, там идти, например, от одного края экрана к другому, еще что-нибудь. Вот такие вещи можно и даже нужно подсказывать. Так, это еще даже не босс. Тут сливать нельзя. А на боссе можно сливать. А, или это уже босс? Не, подожди, еще же не должен быть босс. Но тут какие-то странные переходы между боссом и не боссом, иногда фиг поймешь. Хотя обычно вроде диалоги всегда бывают. Ну-ну-ну-ну, разваливайся. Есть. Ну да, это еще был не босс. Это так, предбоссье. Просто пришла поздороваться вот это вот. Как я не знаю. Как ее даже обозвать-то? Ну, видимо, вора, это как сказать, фермерша конопли. Сики банки? А, сики банки, ну.
В банке что-то нас там складывает. Ничего не прошло, но я сначала начал. Так, в основном микрить надо, зона... Просто пиво кончилось, до магазина идти не хотелось. Ну чё, сики банки, давай, показывай свои банки. Ну, какое-то странное имя для... Ну, немножко, мне кажется, на японское не похоже. Ну хотя, может, чё я знаю в японских именах-то? Оп. Ну это вроде легко. Ой, вот это была лажа. Окей. Ну я просто за бонусами погнался. Думал, ништяк, сейчас все притяну. А она не стала почему-то ждать. Я не понял, я по времени сейчас выиграл или нет? Или все-таки добил ее? А, вот, другая бомба. В этом варианте. Так, ну в этот раз я явно вот это лучше микрю, потому что я понял, что они на меня наводятся. А в первый раз я даже не понял этого. Так, ну ладно. Бомбу еще нафармлю, я думаю. Блин, задело! Привет, пресс-клауд. Так, вот на этом спеле можно просто стоять и не получать урон. Не знаю где. Мисли нет, теперь придется выкручиваться, но... Да, 14-я тоха. Ну я же, помнишь, по порядку иду. Как бы, ну просто перерыв был большой такой. Но продолжил. Не очень что-то. А я в тот раз на ней тоже конт один слил, да, по-моему? Я про тот, когда она 5 бошек делает. А. Вот Фабино взял, все спалил просто. Да ладно. Так, второй уровень. Ой, какой, третий уровень уже. Ну тут босс какой-то потный, я помню. Я на нем два конта вроде, да, стрел? Эй, ну это просто, ну было случайное движение рукой, просто случайное движение рукой. Блин. Нехорошо.
Вот это была жесть. А, я вспомнил, на этом боссе вообще хз как метрить. Знаете, что сейчас произошло? Я перепутал бонус и пульку. Я не специально собрал. Че, ну если ты тратишь континью в втором левеле, то вряд ли затащишь. Тут босс четвертого левела самый лютый. Предпоследний спел финального. У меня максимум прогресс был last level на изи. Ну, короче, я думаю, что сейчас, если это последний конт, не, ну, короче, когда будет последний, наверное, все-таки пойду на изи. Ну, потому что я думаю, лучше пройти на изи, чем просто не пройти вообще, да? Ну, в смысле, так и я не мастер, ты видишь, как рабина? Просто все тофофаги, если это смотрят, они просто там не могут ладони от лица убрать. Они бы, может, и хотели, но не получается. Ой, я сейчас случайно размикрил пульку. Тут, конечно, опасно постоянно вверх экрана лезть, но все же. Ну, конечно, я все-таки выбираю между... собрать бонусы, как бы, и вымикрить. Как ее зовут? Имя Азуми Кагеру. Ушастая какая-то ты. С маскарада, что ли, пришла? Удаляю, что это было? А, это же Крикунья, я вспомнил. Ой, ну это жесть, просто жесть какая-то. Я хэза, как это микрить вообще. Блин. А ведь это было близко. Привет, Айсенс. Сейчас она понизу вот начнет летать, это вот очень плохо. Как бы это я не могу подобрать, когда она понизу полетит. На, короче. Ну это легкая фаза. Вот, сейчас она понизу будет летать. Оп. Но в этот раз чуть получше идет. А, прям в пульку влетел, ну прям в пульку влетел, ну, ну блин, ну... Ну это было уже в конец. Жесть. На предпоследнем уровне самый жопушный босс это хаты, спасибо, что обнадежило, плюс Клауд, я так рад. Теперь прям мотивация. Просто овер 9000. На скеле пулю собрал. Так, четвертый уровень, который я не проходил еще.
Потому что самый жопошный босс — это финальный босс 10 части. Если тут еще жопошней, то ну извини, это удаляй просто. Нет, это лажа какая-то. Ух ты ж. Ну, я попытался, ну понимаете, я попытался, как бы. Чем тебе Канака так не понравилась? Последним спеллом? Ну да, в общем-то. Это ведь, видимо, в 10 части, да? Я ее на изи прошел в 1cc. Но только на изи, а на норме я сливал, и как бы с контатом невозможно пройти. Потому что там дают две жизни, и не хватает просто. А на изи я без контов дошел с кучей жизни, там, по-моему, 5 жизнями, что ли, и протащил. Ну как протащил? Ну ты ж понимаешь, пробомбил. У меня еще конт есть. И вот только начался 4 уровень, а я уже слил конт. Ну что это было? Как это микрить? Я просто не понял. Да я не понимаю, как это микрить. Там просто все полностью экран заполнил чем-то. Чем-то таким, что мне не нравится. О, ну хоть реагировал, и то спасибо. Ага, это, видимо, следующий босс. А, ну я же ее... я же доходил до босса, ядрить. Это как я сейчас размикрил? Как это сейчас я размикрил, я даже не понял. Это за дело, ну я не знаю, как это можно микрить. Я даже не хочу видеть, что тут будет на лунатике. Просто не хочу видеть даже. Ну, в общем-то, как и почти в любой части. А ты на изи ее с контами проходила или нет? Это очень важно. То есть без контов-то проще намного. Зачем я бомбу использовал? Я перепутал бомбу и shift. Потому что уже такое что-то напряжение тут, что я просто не начинаю путать одно с другим. Да ну как бы лучше бомбы, чем я бы собрал пульку на скиле. Ну у меня уже не было ни бомб, ничего, ну все, я так понимаю. А, ну с контами очень тяжело, я без контов на изи ее затащил норм, в принципе. Че вы там пишете? Да, Фабино же у нас вчера певцом был. Give up. Не, ну в смысле это. А, ну вот, 1cc. Ну да, потому что там только на 1cc возможно затащить. Ну там рассинхрон был Фабино, так что сложно было оценить. Ну что, давайте. Как всякие изи-корщики, всякие казуальщики там, и не очень, протащим на изи-моде. И как говорил на бомнению, то что я вообще не достоин играть в Тоху, и что он там еще мне писал на YouTube канале. Так, ну посмотрим. А, это твои результаты, что ли? Чё, контины в 10-12 части, концентрированное говно с самого начала левела, с 2 хп, переть не круто. Да, вот я про это говорю, с контами очень сложно пройти, то есть там, по сути, как бы нужно без контов идти.
Не, ну в смысле, ну давайте так. Кто за то, чтобы я на изи, а кто за то, чтобы я на нормале? Давайте я даже опросик запилю по-бырому. Но только учитывайте, что... Ну, если как бы нормал, это не значит, что я пройду на нормале. Это значит, что я буду просто пытаться на нормале. Не понял. Блин, что-то глючит этот сайт. Да чё он не создаёт-то, опрос дурацкий? Чё за жесть? Сейчас попробую через Chrome. Так, кидаю вам. Я сам тоже имею право участия в голосовании. Ну понятно. Ну сейчас еще подождем, все проголосовали, нет? Кто хотел? Пока что 5 за нормал и 4 за изи. Так прислал, так запускай. Че ж ты? Нет, конечно, харда, ну вы че, упоролись на харде? Так, пока 6 против 5 за нормал. Ну ладно, видимо... Видимо. Не знаю, Пресклауд, меня такие мысли обычно не посещают. Я просто иду стримить и все. Мне все равно, кому я нужен, там не нужен. Просто захотелось постримить, я пошел постримил. Вот я захотел марафон по Стартреку сделать, я даже, ну, в общем-то, просто вот. Мне захотелось, я пошел постримил. Мне кажется, тебе нужно поступать точно так же. А, ничья. Ага, ничья. Ну блин, ну ладно. Еще одну карточку на нормале, учитывая, что это я проголосовал на за изи сам. Ну а что, попробовать Марисы тогда? А, блин, чатик надо прокрутить.
Да я хотел вначале запилить вариант карты Лунатик, но потом подумал, ну вот проголосуете вы по приколу за Лунатик, да? И что будет происходить весь стрим? Слив на первом уровне всех контов. Классный стрим просто. А вот, а на Твиче вон The Lost говорит, что лучше пройденный изи, чем рокованный нормал. Вот мне так показалось тоже, но... Голосование есть голосование. Не, ну я вот сейчас еще один раз, ну, попробую, да, скорее всего, сейчас, наверное, опять не пройду. Ну, посмотрим, я, конечно, постараюсь. И еще раз голосование проведу, может, кто-то передумает. Ни хрена себе. Это shift. Ну, саундтрек, конечно, в топу, как обычно, шикарный. Чё-то у нее какая-то свечка такая, какая-то лампа-свеча какая-то. Так, ну ты вообще не очень... Сливаться на этом боссе вообще нельзя. Ни бомбы использовать, ни сливаться не нужно. Простой босс. Ну, как, по крайней мере, я же самый первый раз потащил, не слился и бомбы не юзал. Чё качаешь? Не понял. А, понял. Уже 5-1 вышел. Так, ну вот, Мариса протащилась. Я немножко сконцентрировался, поэтому я ничего не комментил. Но все-таки тут такая-то... Хоть это простой босс, но я хотел его без смерти протащить. Не, скипнуть не будет КДМ. Эту тоху я пройду. Хоть на изи, но я ее пройду, инфосотка, я обещаю. Хотя бы на изи точно пройду. То есть даже если не на этом стриме, да, ну, то как бы на другом. Но я хочу все-таки на этом пройти. Кстати, кто там знатоки? Ох, нифига у нее. Какие концовки есть в этой части? То есть тоже зависит от контов, да? Как там? На изи возможно хорошее получить? И так далее. Расскажите. Походу, вот это оружие очень сильное, да, на шифте? Не знаю, я почему-то не запилил список пройденных игр. Раньше у меня были проведенные стримы, но потом я как-то забил. Надо сделать, наверное. Только надо еще вспомнить, что я прошел. Ну, в принципе,
Можно по водам посмотреть, но я там не все записывал, конечно. Не все выкладывал, но большинство. По-моему, Марисы проще, честно сказать. Она как-то имбует по-жесткому. А в 10-й части Мариса быстрыми лазерами имбой была. А, блин, одно сообщение пропустил, но уже поздно. Ладно. Так ты чё, получается, что Рейму вообще не очень, да? Рейму только для хардкорщиков. Ну явно оружие сильнее, однозначно. Но правда самонаводящихся нету, поэтому надо в босса микрить. Ну как микрить, тут конечно очень широкий этот вот, даже не знаю как это назвать, это не луч, это пламя, просто огнемет какой-то. А, так это ее голова, я только сейчас заметил, что она без башки остается. Вот это у нее нормально вообще. Это вот я впервые бомбу заюзал. Не попадаю в нее. О. Ах ты ж. О, я использовал. Я думал, умер. Так что, получается, я второго босса бессмертия прошел сейчас? А, самый говенный с такой Б. Так, хитросвязи, нужно много лезть за линию автосбора, иначе так и будешь 2-3 хп летать. А. Привет, Майкл Няу. Интересная игра, но нормальная. Это, давайте так. Если вы хотите, чтобы я прочитал сообщение, пишите, пожалуйста, с обращением. Ну, то есть, чтобы у меня оно было выделено в чате, а то, ну, мне же приходится потом гору сообщений читать. Не очень удобно. То, чтобы я читал только те, которые выделены в основном. Потому что я, как я говорил уже, во время уровня я почти не читаю, но очень редко. Не, ну что-то прям за Марису хорошо. О, ну я что-то перенервничал. Ну там, то есть вы видели, я там нормально вымикривал, но что-то психанул. Ну вот сейчас, кстати, умер бы. Сейчас. А, да, надо захват поправить. И поправлю потом.
когда будет диалог какой-нибудь. Оу. Вот и первая смерть приехала. Да что ж такое, ну пошли сливы, ну вкусные и спелые. Из этих бонусов я пульки часто не вижу. Я не могу на линию... Это был вообще лол какой-то. Я не могу на линию автосбора ходить, слишком много всего. Там слишком опасно. То есть как бы лучше не собрать бонус, да, чем просто слиться, по-моему. Сейчас захват надо поправить. Сейчас посмотрю, что там у нас. А, да, действительно, что-то мне не очень. Так, его надо просто перезахватить. Как-то так. Ну, Уфо, это же 12-я часть. А, лучше пробомбить и не умереть, чем не добомбить и потерять жизнь бомбы. Ну, естественно, но у меня это часто не срабатывает. Тем более у меня конт сейчас на кону. Ладно, 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 понял, понял. Ну чё-то жесть. Походу тут выше надо стоять, да? А, всё, началась фаза дурацкая, походу, да? Где она сейчас будет понизу летать? Ни хрена, у меня бомб нету. А, нет, это она еще тут не летает. Первый конт. Так, самая легкая фаза. Ух ты ж, чуть не слил на самой легкой фазе. Ну все-таки не слил. Ох, это опасная. Я смотрю, что-то прям вообще. Ну ты удаляй, ну. Зачем на таранта брать? Мы же в Тоху играем, а не знаю, во что-то там. Ладно. Ну чё-то вообще, не знаю. Ну лучше пробомбить, чем не добомбить.
Ну, в принципе, все равно лучше иду, всего один конт взял. Ну, пофигу на бонусы, главное, что выжил. Ну, сейчас тут нафиг, короче. Ух ты ж, хорошо, там неуязвимость какое-то время после бомбы. Эй, я не смотрел что-то туда, в ту сторону, блин. Вообще, вот эти атаки вообще не могу понять, как размитывать, ну честно, ну не могу понять, как их... Тут просто куча всего на экране, слишком. Вот это вообще что такое? Пойду в лолет, давай. Ну, я не знаю. Это какая-то жесть, не знаю, вообще жестко. Жги ее, жги, она фальшивит своими минутами. Там можно было размеклить, можно было. Честно скажу, можно было. Но правда я в нее вообще не стреляю, так что бомба. Надо же в нее тоже как-то стрелять. И это был еще не босс. Это вообще дурацкий момент. Они снизу летят, и что я с ними должен делать? Не дошел до линии. Опять не дошел до линии. Да, и фиг с ним, да? Да хэза вообще, ну просто хэза. Че, пока резисторы не притят, ее атаки легко доджать. А, я, по-моему, впервые дошел до полноценного босса до этого уровня. Ну... Да задудосила она меня что-то. Своей музыкой. Да, ну, я не знаю. Да вы видели, там было место размикрить? Я не знаю. Для меня нет. Просто не было. Ни одного варианта. Тут можно, да, тут я вижу, что можно, но я просто неправильно как бы вошел в эту стадию. Ни хрена себе. Блин. Привет, Винеркил. Буду бомбить при первой опасности, сразу говорю. Если среагирую, конечно. Тут так.
Это был, как это сказать, превентивная бомба была такая. Ну тут явно, как бы, если бы не бомба, то слил бы. Ой, ну мог жить, в принципе, мог жить. Смысл игры, ну, расстрелять всех боссов, выжить. Данмаку шутер. Можно сказать, чуть ли не прародитель этого жанра. Но только это, правда, уже 14-я часть. Хэза. Ну, там можно жить в этой атаке, но... Пятый уровень. Привет, Алукард. Все вращается как-то не в тему. А это хоть и всего лишь фон, но на самом деле отвлекает. Реверс идеологии, стейдж 5. Я думал, выбью, не понял, чем. Я даже не понял, чем меня убило, честно сказать. Странно. Нифига себе тут. Ну я походу до босса вряд ли дойду, да? Домино в чате сидит. Разве не заметно? А вот и босс. Ну, типа, как предбоссия. Все, да? Ну вот. Нет, он на СК2ТВ сидит. Он просто у меня модер на Твиче, поэтому он там тоже сидит. Ну чё, все еще хотите нормал? Ну давайте сакую. СК2ТВ не true, Twitch true? Ну не знаю, не знаю. А ты вообще знаешь про СК2ТВ? Ну просто фиг знает, может ты чисто твичовский житель. Вот эту, да, брать? Правильно я взял? Лол, самонаводилки какие-то. А кто там спрашивает про смысл игры, там еще про что-то? Я вам просто скажу, что вам очень повезло, что игра на японском, потому что если бы увидели сюжет, у вас бы просто мозг перевернулся бы. Ну, по крайней мере, в шестой части я читал сюжет, там на русском было, но это удаляю, и в десятой тоже.
Не, ну прикольно, конечно, с шифтом самонаводящийся, это что-то какая-то имба. И вообще, если кто не знал, она в какой-то части боссом является. В седьмой, да, по-моему? А, в шестой. Знаю, был там несколько раз, не понравился, но... Ну, смотря когда был, сейчас уже понятно, сейчас уже он скатился. Из КДВТО это. Раньше был, в принципе, норм. Ну, по крайней мере, раньше смайлы все были почти бесплатными, кроме там нескольких ненужных. А так, в общем-то, система поиска стримов явно удобнее, чем на Твиче. Немного, конечно, отвлекают эти самонаводяшки, но зато им будет. Ой-ой-ой, чуть не слился, лол. Ну, я пока с СК2ТВ не буду уходить. По крайней мере, подождем, что скажет Адольф 7 числа, типа итоги. Решит ли он как-то изменить эту систему, еще что-то. Но, как бы, 7 числа меня не будет. Вообще, кто, как бы, не в курсе... Я в конце мая уезжаю, недели, наверное, на две. Ой-ой-ой, чуть не собрал вот это. И, короче, ну, естественно, то есть стримов никаких не будет. И даже, скорее всего, на стримах не буду ни у кого сидеть, ну, то есть вообще, как бы, меня не будет. Потому что там, куда я еду, там интернет довольно ограниченный. Это в Оренбурге там, родственников. Ой, да что же я почему-то все время тянусь собирать всякие лазеры и пульки. Оно будет спасать ситуацию. Возможно. Возможно, Макс Пейна будет как раз проходить на харде. Нет, Фаберно, я такого не говорил. Я не говорил, что если ничего не изменится, то я 100% свалю. Я еще не принял никакого решения. То есть, как бы, тут не надо настолько писать. Перековеркивать слова. Вероятность есть, но все-таки. Пока что, как бы, я сижу на СК2ТВ, что у меня смайлы, в принципе, есть. Ну, то есть, не знаю. Пока я стримлю еще. Ну да, что-то она какая-то имба.
Явно. Ну, блин, бомбу надо было заюзать, ну чё же я лажаю так? Ну чё-то я не ожидал, что я умру, честно говоря. Вроде же это довольно легкая фаза, как оказалось. Ну вот и посмотрим, что тут происходит на бомбе. Что-то я вообще ничего не понял. Какая-то очень странная бомба. Ну с одной потери прошел в два уровня. Как это ХП дает? Юзанем, пожалуй. Да я понял, что я сам себя в угол загоняю. Ну а как? Я пока хз, как это лучше сделать. Ого. Три. Откуда там три взялось, я хз, но монета чё, я рад. Так, предбоссе прошли. Ой-ой-ой, чуть не это, не воплотился за жадность. Не, ну то, что в шифте я буду убивать босса постепенно, это, конечно, огромный плюс Сакуи. Ну, прям вообще очень существенный. Как бы для меня это идеально. Я могу стоять в углу и это... И убивать босса. Блин. Глаз чешется. Где там босс уже? О, отлично. Ага, успел среагировать нормально. А, началось ядрить. А, у меня не было бомб, что ли? Лоу, я думал, у меня была бомба, и я такой расслабился и жмакнул. Думаю, все хорошо. А оказалось, все плохо. Не взял, не пофигу. Опасненько, опасненько. Конечно, задача максимум не слить комп на ней, но думаю, вряд ли все-таки.
Что это сейчас было? Я не юзал бомбу. Вот это было слив. Просто слив Сливович, ну. Блин, а. Да, я без контов дошел до третьего уровня. Ой, до четвертого уровня. Так, в смысле, так я на нормальной играю. Блин, я не понимаю это начало, вообще какое-то стрёмное на этом уровне. И босс стрёмный, короче, не знаю, тут хард начинается, ничего не знаю. Да как это микрить? Я не понимаю, ну все, конт. О, да... Я думал, легко размикрю почему-то, поэтому бомбу не прожмакал. Блин, тупо. Опять начинаю сливать. Вроде хорошо шел в начале, в принципе. Здорово. Не понял, она меня что, жалеет, что ли? Почему такая легкая атака? Вроде же была сложнее намного. А, или... Да я расшифтом, что она так резко-то дергает? Хрен с ним. Не знаю, пробомблю вот это. Ну лучше, чтобы хоть без смертей, но пробомблю. Потому что тут какая-то уродская просто стадия уровня. Просто не понимаю. Это просто не до меня, походу. Не знаю, что-то я сомневаюсь по поводу нормала. А ведь пятый уровень там, наверное, вообще пипец. Вообще хардкор еще хардкорная. Но я помню с такую, как босса, ее ножички вот эти дурацкие, пипец, это же тоже было жестко достаточно. А че их двое? Подожди, она же одна была. А. Привет, Defender, ну... Ну, любителя, в принципе, да, жанр-то. Как-то. Особо не поспоришь.
Бомблю нафиг. Ничего не знаю, бомблю просто. Нет времени объяснять, просто бомби. Одна бомба всего осталась. Все, бомб нету. И у нее, по-моему, последняя стадия. А, не, я доходил до этой стадии. Но она же вроде как, в принципе, изи, но только если не попадать под ее луч, ну это же так просто. Ну ладно, это же не последний конт еще. Так, что там пишете? Понятно. Не, ну я думаю, у меня конта есть, я, наверное, пройду ее, но именно этого босса, ну, должен уж. Или нет. Понял. Бомбить так бомбить. Ну все, дошел до пятого уровня. А ты сказал, здесь пятый уровень полноценный, и потом последний босс, да, на плохой концовке? Как в предыдущих частях. А, не, стоп, я же доходил уже до пятого уровня, да, Марисой? По-моему. А я что думал, что я впервые дошел. Точно, я же доходил. Ну тогда вообще даже не рекорд. Ну что-то вообще не очень. Я так понимаю, нужно 4 зеленых звезды, да, чтобы полную бомбу собрать. Хитрить. На, короче, я не выдержал просто. А, нет, 5, походу, надо. Что? Ну все. Чуть-чуть дальше дошел. До следующей атаки вот этого предбосса дошел. Ну что, эти? Изик? Изик? Ну как вам? Сейчас еще раз. Опросик запилю. Просто кто-то, может, вначале не понял, что такое нормал там. Так. Ну я понял. Все хотят боли и страданий, да?
Ну все, 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 8-2 ядрить. Но я сразу говорю, наверное, еще одна попытка, и не знаю, уже, наверное, буду заканчивать, потому что не знаю, и кушать надо уже. Сейчас сколько я уже стримлю-то? А, ну да, будет уже больше 2 часов стрим. Так что как раз нормально. Ну я засакую тогда буду, да. У меня, конечно, классно самонаводящиеся вот эти ножички ее дурацкие. Но они дурацкие, когда против нее сражаешься. А когда ей сражаешься, то они дурацкие для врага. Привет, покер. Лунатик пару каток, ну... Ну, под конец стрима просто вам покажу, что такое лунатик. Но... Ну так, для прикола. Конечно, много было глупых смертей, которых можно было бы избежать в предыдущей попытке, особенно. То есть там с 4 уровня вот начиная. Да и на волке на этом тоже, ну там, не знаю, там как-то можно было бы помикрить. Ну хотя бы побомбить. Надо до 4 уровня, короче, без смертей идти, ничего не знаю. Бомбы тратить хоть все, но без смертей. Бомбы, да. То есть, как бы, Гибости, это ты предлагаешь, что если я вижу, что на экране огромное количество бонусов, и у меня нет возможности пойти наверх, чтобы их собрать, то лучше бомбить выгоднее получается. Просто для того, чтобы собрать, даже если мне ничего не угрожает. Да я на нормале уже играю, Фабино. Я уже понял, что зрители от меня хотят. Или там про что там. Да, один голос мой. И еще кто-то один. А, ну наверное с Твича. СК2ТВ хотят боли. А, это ты? Что только не сделаешь для зрителей. Попробуем. Ну что значит неинтересен? Зато пройду игру.
кстати, а этот Грейс тут что-то дает? Этот? Тупо очки, понятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Каким образом я там выбыл жизнь-то? ЦЦ это не прохождение, ну, в смысле. Привет, Дракониус. Ну, я как бы не тоха фак до такой степени, чтобы еще там на один ЦЦ проходить. На нормале тем более. Так что как бы я просто прихожу, потому что мне хочется пройти, к тому же, потому что я обещал пройти, ну, вроде бы все тохи. Хотя бы как-то. Ну, по крайней мере, все каноничные. Ну, то есть, которые именно данмаку шутера. Так, если несколько раз набираешь, вроде по умножителю 1, то дают кусок сердца, если умножитель 2. Нет, 1 CC это вообще без контов. То есть просто вот, если как бы слил все жизни, то все, выключаешь. То есть ни разу не сливать все жизни. Быстро что-то слилось. Блин, не взял, ну ладно. Пофиг. Привет, Ксиппи. Ух ты же, это сейчас было... Опасненько. Нормально. Психанул. Ну главное, что жизнь-то не слил все равно. Я прошел без смерти до 4 уровня. Ой, до какого 4? До 3. А норм концовки не будет на изи. Так что надо без контов на нормале. Да, это очень сложно, ну, для нормальных людей. Не тех, кто там прям тохофаги пипец какие. Ну, Фабинота у нас эксперт по тохам, разумеется. Ты арбуз? Ну, наконец-то, а то все можешь и можешь. Я что, если я правильно понял, когда я юзаю бомбу и при этом меня не убивают, вот эту доп жизнь, то получается 3 звезды, что ли? Выскакивает зеленых или нет?
Получается, что если бомбой не воспользовался, то она чуть ли не бесплатная. Ну, как бы, всего-то две звезды еще бы собрать. Не, ну это, кстати, да, это очень такая крутая механика у нее. Рейма там вообще курит в сторонку. У Марисы-то хоть оружие очень сильное. И самонаводилки, и бомба такая, ну... Ну, это просто моя тупость, я отвечаю. Я просто почему-то не увидел эти пульки. Я просто их не увидел. Они такие огромные, что я их не увидел. Ну, просто моя тупость, вообще жесть. Ну, короче, считайте, что я без смертей дотащил до третьего босса. Ну, блин, ну то нелепость была, ну просто, ну, серьезно. Успел заюзать. Да ну. Так, ну изи фаза, на ней не надо ни сливаться, ни бомбу юзать. Так, вот дурацкая фаза. Однако, которую можно тащить без урона. Ну, я тут на нормале прохожу, все пытаюсь. Не было затащено никакого забега, но я понял, что этот персонаж лучше. Сакуя тащит, у нее просто какая-то, ну, тупая имба, вообще тупая имба. Явно не отбалансированные персонажи, конечно. Ну и все, начинается жесть, на которой я просто умираю. Ну просто вот. Ну либо бомбить. Ну не знаю, зачем я полетел в пульки. Я все еще не могу привыкнуть, то что после бомбы надо микрить продолжать. А не просто рваться в любую точку экрана. Блин, ну...
Закончилось что ли бонусное? Ну блин, не вовремя вообще отвечаю, ну не вовремя просто. Да охренеть, ну... Что не так с этим уровнем? Что не так с этим уровнем? Просто я не понимаю. Почему так, такая резкая сложность? Но предыдущий же уровень вполне терпимый, прям нормальный такой. И даже босс. А тут начинается чушь какая-то. Какая-то разбалансировка явно. Я не успеваю среагировать после бомбы, вот это минус, кстати. То, что как бы экран моргает, и я не успеваю понять, что... Лучше соберу вот таким образом. Не выжить никак. Сердечко, ну, хоть так собрал. Лол, а у меня бомб нету, если кто не понял. Ну, хоть одну размикрил атаку. О, это почти целая бомба. 4 из 5. Ну. Появились, ну да. Ничего не знаю, бомблю, короче. Жизяка, ну. Я лучше всегда буду под щитом ходить. На этом боссе. А, для жизни всего 3 куска надо? У меня нету бомб. Фух. Ну охренеть. Бомбить и без бомб можешь? Могу, только вряд ли это поможет прохождению игры. Сколько я контов-то слил? 2, по-моему, да?
Сейчас опять какая-то вакханалия начнется. Не, он тут, по-моему, более терпимый, чем на четвертом уровне. Или нет, не помню уже что-то. А, блин, тут снизу еще. Ну, это просто неиграбельно было. Щит. Щит. Если выдержу, то практически верну бомбу. Фух. Так, тут я помню, тут можно тащить. Нормально. Даже без щита. По крайней мере, вот эту вот атаку. А дальше я не помню, какая атака будет. По-моему, никакой, да? Нет, будет какая-то. А, так я же даже не прошел-то мини-босса, я вспомнил. Страх-то я же его ни разу вообще никогда не проходил. Ну, был же, были же бомбы, ну... Не надо жалеть. Еще конт есть, ни хрена себе. Последний. Че, может даже до настоящего босса дойду? Вот она. Кто ты? Кижин Сейжа. У меня сегодня была большая ошибка, я не закрыливался на своем персонаже вообще, только на траектории, как мне прилететь, и микро или пальцы, можно сказать, топором там, понятно. Эй. Как-то неловко. Забомбил просто, чтобы собрать эти бомбы, потому что, ну... А, инверсия! Инверсия! Удаляй! Лево-право, короче, попутали. А, это вообще тяжело. Ну, хотя не так уж тяжело, можно жить, в принципе. Ну, как жить-то? У меня бомба-то есть. Опять инвер... Ну, спасибо. Я прям счастлив. Ну, это, кстати, проще, чем предыдущая инверсия. Как бы управление-то не инвертировано, по сути, а нормальное.
Ну, в смысле, вверх-вниз только инвертировано, но я, мне это оно не нужно, в принципе. Ну, блин, тупо слился. Вроде легкая эта атака так-то. Нет, или не очень. Что за фигня? Да сколько у тебя там фаста, ебрить? У меня одна бомба осталась, а жизни нету, и контов тоже нету, так что... Ну... Ну, как жить-то? Ну, я бомбу не заюзал. Ну, крабина, ну все. Ой, все. А, это была последняя попытка на сегодня. Я почти расправился с пятым боссом. Ну, по крайней мере, явно больше половины-то снес. Вот. Но на сегодня Тоха не заканчивается. Ну, от меня заканчивается, но сейчас через там минут 5-10 вам пройдет, я надеюсь, пройдет четвертую часть Фабино. Ну, просто так. Короче, просто без объяснений. Просто будет стрим, короче, на моем канале он будет стримить. Хотя обычно это как в качестве перерыва, но сегодня. Это будет просто, то есть после этого уже от меня не будет стримов на этом канале, но потом мы пойдем на его канал, и там будет уже совсем другая игра. Вот. Ну, значит, текущий стрим на этом заканчивается. Всем спасибо, что смотрели. Можете мне писать, если хотите, там, не знаю, что-нибудь мне предложить, поправить, там, что-нибудь может изменить. Привет, PSUUU. Ну, короче, я не знаю, как тебя читать, извини. Псиуи, наверное, как-то. Вот. 14-я часть неплохая. Даже очень приятно играть, я скажу. Вот прям вот удовольствие, конечно, получаю. Наверное, я даже рад, что вы мне промашнили на нормал. Ну вот. Но это не значит, что все-таки. Ну, я думаю, ну, если я уже пятого босса почти убил, то, наверное, все-таки пройду игру, да? Со временем. Вот. Ну, всем спасибо. Увидимся на следующих стримах.